В Европе могут ввести общий национальный паспорт вакцинации от коронавируса. Сегодня Европейская комиссия подаст свои предложения о введении цифрового паспорта вакцинации. Это должно облегчить свободное передвижение людей внутри Евросоюза. Мы представим предложение о зеленых сертификатах. Это цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован или вылечился от COVID-19 или получил отрицательный результат, говорится в сообщении комиссии. Европейская комиссия решила создать возможность включения в паспорт информации не только о вакцинации, но также о наличии антител и результатах теста. Прививки не обязательны. От вакцинации можно отказаться, подчеркнул бельгиец. У нас также нет возможности вакцинировать всех людей, которые хотят пройти вакцинацию. Поэтому ясно, что мы хотим избежать любой дискриминации, отметил он.